Stimați consilieri, stimați oaspeți, stimați invitați, vreau să mulțumesc în primul rând tuturor bălțenilor pentru încrederea care mi-a fost acordată. Vreau să mulțumesc tuturor consilierilor care au acceptat să mergem într-o echipă, să participăm în alegerile locale din iunie 2015. Хочу поблагодарить всех конкурентов, которые были участниками этой предвыборной кампании. Хочу обратиться и к независимым советникам, и к тем, кто создали фракцию. Хочу обратиться с просьбой, чтобы мы объединились для того, чтобы сделать все то, что ждут жители города и от меня, как нового примара, и также от всех нас. Я обещаю вам, что, будучи примаром муниципия Белз, мы не будем заниматься геополитикой. Мы должны объединиться и решать тысячи проблем граждан, и новые, и те, у которых, я бы сказал, уже давно должен был истечь срок годности. Мы сегодня обязаны сделать все для того, чтобы вернуть доверие и бельчан, и на примере бельц, все граждан Молдовы, политики и к политикам, которые они потеряли. Я обращаюсь ко всем советникам, которые, может быть, по тем или иным причинам считают себя оппозиционными советниками. Могу вам сказать, что я сделаю все для того, чтобы слово «оппозиция» не существовало в Бельском муниципальном совете. Я готов обсуждать все проблемы, которые есть. Я никогда не буду скрываться или уходить от того или иного вопроса. И я даже хочу вас всех попросить, в Раус Фарук, чей президент скорее сконсидер один оппозиции, так и овец Гандурбуни, Савинец, Консват, овец Уини Мадискисы, Шедорис Чавас Кимбэм и Привоны Пентру, Четоцени Димуничи Пилбелс, Еос Акчепт, Орчи Пропунери, Димпартия dumneavoastră, fără discuții, care-i pro Europa, care-i pro România, pro Rusie. Eu consider că noi astăzi toți trebuie să fim uniți și să fim consilieri pro Moldova. În primul rând, dar fiecare de ceea ce crede are tot dreptul. Еще раз большое спасибо всем вам. Нас ждет огромная работа. Мы правильно было сказано, что делали предвыборные обещания. Мы обязаны реализовать эти обещания, которые были даны. Я уверен, что в решении этих проблем нам будет помогать оппозиция, как я говорил, а мы будем помогать оппозиции в решении ваших предвыборных обещаний. Я уверен, что у нас будет конструктивный диалог. И я уверен, что главное обещание, которое было сделано мной в предвыборную кампанию, что мы сделаем все для того, чтобы показать, чтобы Бельце муниципий был стал примером для всех других городов страны, хотя я не разделял никогда Молдову на север, юг, центр. И через Бельце мы поднимем статус регионов во всей Молдове, который, к сожалению, начал принижаться, и многие районы начали исчезать в течение последних 20 лет. Sunt la dispoziția dumneavoastră, tuturor cetățenilor municipiului Bălți și la cetățenii din toată țara și sunt gata să duc răspundere și față cetățenilor municipiului Bălți și față tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Vă mulțumesc mult!